Добрый день, Татьяна Меликян, Лента.ру. Мы много говорим об экономике в эти дни, и Китай действительно мощная экономика, у него очень амбициозные планы. Нет ли опасений, что рано или поздно, если все, что планируется в шелковом пути, реализуется, Китай экономически поглотит в том числе и Россию? Сможем ли мы устоять под этим натиском? Знаете, Россия не та страна, которая чего-то боится. И уж точно совершенно действия Китая не направлены на какое-то поглощение. Ведь мы принимаем решения совместно, и мы не принимаем решения, которые идут нам во вред. Мы соглашаемся только с такими предложениями, которые идут нам на пользу. А если это идет нам на пользу и в развитие нашей экономики, то здесь что же плохого? Грех не воспользоваться теми возможностями, которые возникают в результате этого сотрудничества. Россия – страна открытая для сотрудничества со всеми странами, и Китай демонстрирует сегодня такую же открытость ко всему миру. Ведь знаете, я вчера встречался с некоторыми представителями крупного бизнеса, не нашего, вот, и услышал от них такие оценки. Ну, собственно говоря, по-моему, я даже где-то сказал так аккуратненько. Они говорят, вот, при открытии, я так немножко пробросил вчера на открытии в своем выступлении. А потом вечером получил подтверждение этого своего собственного тезиса в разговоре с крупным бизнесом, кстати, европейским. Они говорят, вот, удивительно даже, сегодня Китай демонстрирует наибольшую открытость и приверженность открытой экономике. И наоборот, те страны, на которые мы всегда ориентировались как на локомотивы открытых рынков, демонстрируют такие действия и такие идеи, которые нас пугают. Так что при вот такой политике никаких угроз никогда никому не будет создано. Какую же открытость ко всему миру? Ведь знаете, я вчера встречался с некоторыми представителями крупного бизнеса, не нашего. Вот, и услышал от них такие оценки. Ну, собственно говоря, по-моему, я даже где-то сказал так аккуратненько. Они говорят, вот, при открытии, я так немножко пробросил вчера на открытии в своем выступлении. А потом вечером получил подтверждение этого своего собственного тезиса в разговоре с крупным бизнесом, кстати, европейским. Они говорят, вот, удивительно даже, сегодня Китай демонстрирует наибольшую открытость и которые идут нам на пользу. А если это идет нам на пользу и в развитие нашей экономики, то здесь что же плохого? Грех не воспользоваться теми возможностями, которые возникают в результате этого сотрудничества. Россия – страна открытая для сотрудничества со всеми странами. И Китай демонстрирует сегодня. Россия не та страна, которая чего-то боится. И уж точно совершенно действия Китая не направлены на какое-то поглощение. Ведь мы принимаем решения совместно, и мы не принимаем решения, которые идут нам во вред. Мы соглашаемся только с такими предложениями. Добрый день, Татьяна Меликян, Лента.ру. Мы много говорим об экономике в эти дни, и Китай действительно мощная экономика, у него очень амбициозные планы. Нет ли опасений, что рано или поздно, если все, что планируется в шелковом пути, реализуется, Китай экономически поглотит в том числе и Россию? Сможем ли мы устоять под этим натиском? Знаете,